этом обзоре я хочу рассказать вам про еще одну интересную криптовалютную платформу под названием Long Moon. Это молодой и достаточно любопытный проект, который я хочу в данном случае разобрать. Вот, то есть это проект на блокчейне Binance, причем более того, у них уже токен торгуется, то есть вы можете его купить и, естественно, в перспективе продать на PancakeSwap, на данной бирже, всем известной. Ну и в данном случае за 1 BNB вы можете получить вот такое число монет. Ну, понятно, что не у всех есть 1 BNB, все-таки BNB дорого стоит, допустим, у вас есть там 0, там, например, 20, допустим, 4, да, ну, к примеру, да, BNB, это тоже вполне вероятно, да, или даже там 0,02, там, может быть, у вас BNB, вы получаете вот такую сумму Long Moon монет. А также, почему, да, так много монет вы получаете, дело все в том, что если мы зайдем на их адрес, да, то мы видим, что у них 1 квадриллион монет, это 1 и затем 15 нулей. То есть, естественно, что, исходя из этого, мы понимаем, что число, соответственно, монет, которые получаются с 1 BNB, оно такое большое. Но, с другой стороны, важно понимать, что на PancakeSwap у нас 0,17%, то есть это тоже не так уж и мало, как для молодого проекта. То есть, действительно, торгующийся токен – это уже большой плюс. Да, и что хочу сказать по сам проект. Проект действительно достаточно интересный, то есть вы можете его, например, приобрести этот данный токен через Trust Wallet, да, то есть поставить Trust Wallet, и далее, когда у вас есть BNB, то есть вы заводите BNB и затем, соответственно, приобретаете за BNB токен Long Moon. В дальнейшем они еще хотят выйти на биржу Kraken, то есть, соответственно, биржа Kraken у них в приоритете, они туда хотят попасть. Далее видим экономику токенов, что на пресейл уходит 15,8%, на приватный токен сейл 10,5%, на команду 10,5%, на маркетинг 8,4%, на провайдер, как видите, 15,8%, на партнерство 4,2%. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился мой обзор на данную платформу, на проект Long Moon. Всем тогда спасибо за внимание и до встречи.